Друзья, всем привет! И у нас сегодня очень плохие новости. Коронавирус добрался до нас. Но есть и замечательные новости, ведь мы по-прежнему живы. Все благодаря тому, что мы живем на Дальнем Востоке. И имеем возможность растираться дальневосточным снегом. Закалка, тренировка. Чистый воздух, свежая вода, замечательный дальневосточный снег и здоровый образ жизни. Вот наш дальневосточный ответ коронавирусу. Друзья, ставим лайки, подписываемся на канал. Кто не мерзнет, тот москаль.